Дійсно, порядні і чесні виробники не будуть приписувати своїм фільтрам якісь надзвичайні властивості. І нам хотілося переконатися на власні очі в перевагах фільтрів «Золота формула» в порівнянні із фільтрами інших виробників. Підступність запропонованого експерименту була в тому, що до початку прес-конференції наша знімальна група побувала на Дніпрі. Ми привезли із собою дніпровської води, в якій було виявлено холерний вібріон. Щоб в кінець розвіяти всі розмови і плітки, нами був запропонований автору фільтра дуже небезпечний експеримент. Уже на сьогодні наші городські власті частично встановили фільтри іменно золотої форми в школах і в больницах. И дальше собираются продолжать это делать, но тем не менее вот представители управления потребительского рынка и общества защиты прав потребителей как раз просят вас продемонстрировать, так сказать, наглядно вот эту разницу работы вашего фильтра по сравнению с теми, которые существуют на рынке. Вот я передам вам письмо, но и здесь тоже не все, потому что вот есть такие подвох. У нас с собой было, как говорил Райкин, вот мы сегодня набрали водичку из Днепра, та, в которой якобы присутствует какая-то палочка, та она или не та, неизвестно, но тем не менее есть все предпосылки, чтобы эта палочка переросла вот в другую. Виктор Иванович, деды, не побоится ли случайно оказаться в обществе вот, я бы так сказал, двух че, после выпитой воды Чайковского и Чехова. Вот, пожалуйста, если... Вы меня вот сюда так... Да, вот, ну, извините, я не решил комплимент. Наливай. Я хочу показать что-то, потому что это уйдет время, чтобы это стояло. Я хочу показать. У нас, вот это очень важно, у нас некий академик распространил дурацкое заявление, что... Я наливаю сюда вниз воду, и она там налитая, а потом мы наливаем кока-колу или вино, она выдавливает чистую воду. Вы меня понимаете? Вот я демонстрирую, краник открыт. Вот это серый порошок, когда начнем наливать кока-колу, вы увидите, как она пошла, как она распространяется. Абсолютно легкая конструкция. Здесь, конечно же, нет ничего. Вот я покидываю и так, и эдак. Ну, в особенности я дам всем исследовать ведрышко мы сделали, когда после того, как я побывал на Украине, для того, чтобы, вот смотрите, вот это ведро, а в действительности вот такая бочка большая. Вы можете туда налить сколько угодно со своего колодца воды и иметь вот ту самую жизнь, дающую воду. Вот это ведрышко мы покажем вам как наглядное. Ну, кто возьмет в руки? Возьмите, оно весит 3 грамма, видели? То есть там ничего не налито, там чистейший сорбент и больше ничего. Мы оставим, кто сомневается, можно разобрать, разрезать, что у нас уже делалось. Поэтому я хочу, пока мы будем с вами отвечать на вопросы и ответы. Вот здесь налита нефть. Я хочу, чтобы я попросил, чтобы пошли на улицу, набрали вот эти из клумб, набрали еще всякой грязи. Будьте добры, высыпьте туда часть, чтобы мы увидели настоящее загрязнение. И сюда я хочу налить кока-колу. Обычно, вот последняя моя конференция в Петербурге была, мы наливали красное вино. И на выходе совершенно прозрачная жидкость. Все журналисты подходили, пили. Ну вот случилась ерунда у нас, мы не успели купить вино, поэтому будем кока-колу, значит, наливать. Вот, да, достаточно уже наглядно, чтобы не брезгаться. Вот, посмотри, что творится, Мишаня. Ну вы слышите запах нефти, наверное, сюда слышно. Закрывайте это. У вас палка еще есть какая-то? Может помешать немножко, чтобы это было более наглядно? Вот очень плохо сразу вытираете на столе. Давайте я вот попробую. Здесь такого не было. Скажите, а и сразу же, пока она там проходит, добирается до выхода, сразу вот этот налейте мне, пожалуйста, тоже. Продемонстрируйте нефть, чтобы видно было. Это. Как вы сделаете? Нет, в отдельное ведро налейте, в отдельное ведро налейте. В
присутствии всех, чтобы это было. Принесите ведро с водой. Так, вот есть чистая вода. Наливайте туда нефть. Вот мы наливаем нефть. Насыпайте туда грязь с этой самой вашей клумбы. Только аккуратно, чтобы теперь вот, Миш, приблизиться надо рукой туда, чтобы не брызгалось. Размешайте это хорошенько палкой. И вот я хочу, чтобы это было видно. Пожалуйста, будьте добры, наливайте вот так вот, чтобы вот как-то видно было, что сюда льется, вот в это ведро. Конечно, это вызывает невероятное удивление. Конечно, каждому хочется сказать, это фокус. Но я в присутствии, да, да, вот так как-нибудь боком, чтобы не заслонять людям, видно было, да. Но я вот в нашем фильмах, вот там, что взятый, я прямо в присутствии всех напихиваю в бутыль этот порошок и делаю этот фильтр вот просто вот так, чтобы все видели. Ну и хорошо. Хорош, хорош, хорош. И, значит, что тогда? Это пройдет какое-то время, почему я сказал, пока он пропитается через... Кстати, это еще одно физическое доказательство, что там ничем не наполнено. Уже пошла, да? Да. Ну и замечательно. Наливай стакан. Мы уже привыкли к воде, вот именно ты. Мишенька, перекрывай-ка, чтобы нам не ждать по целому стакану. Дай еще стакан. Я вас уверяю, что там нет ни одной молекулы. Первый-то я должен пить. Или вы все-таки хотите? Не, ну это заслуга поверить настолько. Я-то тоже буду пить, не волнуйтесь. Я буду с Днепра пить. Я-то пострашнее буду, я с холерой буду пить. Она как раз сладкая. Очень мэром буду я. Будете, будете. Вот теперь будете. Очень вкусно. Дайте в другой стакан в чистый. Водички. Вот посмотрите на эту жижу. Понимаете? Это сделано на ваших глазах. Можно сходить с ума, можно ругаться очень сильно, грязно. Но ничего не изменится. Это есть и это будет. Вы будете пробовать? Буду, буду, конечно. Я вам даю слово, мужчины, что вы будете здоровее даже с этих глотков, потому что вот это уже то, от чего мыши бегут дольше, плывут дольше. Прелесть, не я допью. Какая? Вы же дольше мне пожелали. Так, ну и, конечно же, мне налейте рюмочку. Да, давай. Абсолютно запаха нет. Да нет, ну просто это же сколько исследований, там нет ни одной молекулы, но она очищена по отношению к той, которую мы наливали, понимаете, что она чище исходной воды. Лишь достаточно мне глоток. Вот она вода. Ну прелесть, ну кто хочет попробовать? Ну кто хочет попробовать эту прелесть? Подождите, просто попробуйте. Ну кто хочет попробовать впервые в жизни... дающую жизнь воду. Какие вы все хорошие. Спасибо вам большое, что поверили и попробовали. Прибываются и смотрят, только вода частиха. Это правда. Да организм сразу слышит. Я говорю, вот надо прислушаться изнутри, что происходит. Мутно-зелена дніпровська вода, пропущена крізь фільтри різних виробників, як бачите, залишилась до кінця неочищеною, навіть за показниками кольоровості. Натомість вода, що пройшла фільтр «Золота формула», стала не тільки прозорою, а набула блакитного відтінку. Після того, як академіком Петриком була випита небезпечна вода із Дніпра, експеримент із очищенням коли здавався всім присутнім дитячим жартом визнаного вченого. Але і тут треба зауважити любителям різних фарбованих напоїв, особливо дітям. Все, що було очищено фільтром, це є шкідливі штучні домішки, дуже небезпечні для вашого здоров'я.
Тож бережіть себе і своїх дітей.